Турнир по мини-футболу, посвященный памяти победы в Великой Отечественной войне, собрал на одной площадке 12 команд, каждая из которых представляет силовое подразделение или ведомство Брестской области. Состязания проводятся в городе над Бугом во второй раз. Их инициатором и одним из организаторов уже традиционно выступает Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области. Следователи уверены, спорт позволяет закалить характер и помогает сплотить коллектив. Отрадно то, что в этом году, наряду с тем, что мы проводим турнир в канун Великой Дня Победы, у нас еще тот год ознаменован 5-летием образования Следственного комитета нового государственного органа. Почему уделяется такое большое внимание спорту? Потому что спортсмены, они не могут быть плохими людьми, они не могут быть плохими сотрудниками, не могут быть плохими работниками, потому что тот, кто любит спорт, он велик во всем. Поэтому мы очень большое уделяем внимание спорту. Сильные духом, они сильны во всем. На торжественной церемонии открытия руководители силовых структур пожелали командам хорошего настроения и азартной зрелищной борьбы. И в том, что турнир окажется настоящей битвой титанов, сомневаться не приходится. Участники мероприятия признаются, приехали побеждать и настроены очень решительно. Настрой на данный турнир хороший, только победа и победа. Вообще в моей жизни спорт занимает неотъемлемую часть. Занимаюсь футболом. Во время работы у нас бывают какие-то матчи товарищеские с другими силовыми структурами, где мы сплачиваемся, взаимодействуем. Такое для моего характера, как участие, это не подходит. Если я уже занимаюсь делом, то до конца. Спорт очень сильно люблю. Пригласили здесь участвовать в соревнованиях, посвященные Дню Победы Великой Отечественной войны. Поэтому с настроем до конца и за победу. Турнир будет проходить в областном центре Брещины на протяжении нескольких дней с 4 по 6 мая включительно. Чествование победителей и призеров состоится в ходе торжественной церемонии закрытия в пятницу 6 мая. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.